С рабочим визитом в эти дни в Тюменской области полпред президента Владимир Якушев. Сегодня он побывал в Упоровском районе. Вместе с главой муниципалитета Леонидом Сауковым с воздуха оценили ситуацию на реке Тобол. Вдоль села Упорово делают земляную насыпь и дорогу-дамбу протяженностью больше 5,5 километров. Владимир Якушев также встретился с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основные вопросы – отсыпка грунтом берега и оповещение населения об эвакуации из зоны предполагаемого подтопления. В Упоровском районе подготовлены 5 пунктов временного размещения вместимостью более 600 человек. Развернуты места для передержки домашних животных.